Стоять! Привет, ребята! А я тут решил на самолетике полетать. Ну все, давай, лети. Ну вы, наверное, уже догадались, что мы сегодня будем делать. Правильно, самолетик. Нам нужен будет листочек А4. Первым шагом складываем листочек пополам. Теперь открываем этот листочек. Следующим шагом сгибаем вот этот уголок вот к этой центральной линии. Вот этот уголок сгибаем так же. Далее нам надо вот эту сторону прижать вот к этой стороне. Вторую сторону сгибаем так же. Далее мы вот этот уголок соединяем вот с этой стороной. А теперь слушаем внимательно. Нам нужно перевернуть этот листочек. Теперь надо вот этот уголок согнуть вот сюда. Сгибать надо начинать вот от центра, вот таким образом. Получится вот такой небольшой сгиб. Со второй стороны надо сделать точно так же. И у нас получится вот такая фигура. Теперь самолетик надо сложить по линии вот этого уголка и вот этого уголка. И следом перевернуть самолетик. Теперь складываем самолетик пополам. Теперь сгибаем примерно вот по такой линии. Вот такой. Вот так. Переворачиваем наш самолетик и сгибаем второе крыло таким образом, чтобы они получились одинаковые. Теперь нам надо загнуть небольшую часть крыла вот этого. Вот по такой линии примерно. Вот таким образом. Со второй стороны делаем точно так же. А теперь открываем крылья нашему самолетику. Вот эта часть крыла должна быть под углом 90 градусов. Ну вот и все, наш самолет готов. Продолжаем наш конкурс. Украшаем самолетики и ответьте мне на вопрос. Куда бы вы полетели на этом самолетике, будь он чуть-чуть побольше? Фотографии самолетика и ответ на вопрос оставляйте в комментариях под видео. И кстати, сегодня в конце этого выпуска мы увидим победителей первого и второго выпуска. Ну а мне пора собираться. Полечу на Южный полюс. Говорят, южнее него ничего нету. Там, наверное, сейчас очень жарко. Так, где же мои ласты и маска? Лёха, привет! Спасибо за тебе, за твою идею, как сделать хлопушку. Я её назвала Бу. Вот, меня зовут Маша Тимирова. Я её сделала, чтобы подгонять бабушке летом ворон на гряд, от грядки. Мои любимые зрители, так классно, что вы принимаете участие в конкурсе. Надеюсь, участников станет больше. Всем пока!